Добрый день. Мы находимся в ботаническом саду города Санкт-Петербурга. Это старейший сад, который был построен императором Петром I в 1714 году специально для выращивания лекарственных растений, а также таких необычных, интересных видов растений. Площадь этого ботанического сада 1 гектар. Он простирается на 1 километр и также включает в себя уникальную коллекцию, состоящую из 7500 видов, как из экзотических, так и отдаленных районов мира. Вот благодаря именно значимости этой коллекции и изучению растений, этот сад был переименован в императорский ботанический сад. А вот в 1823-24 году здесь строят оранжереи, планировка которых сохранилась до наших времен. И одновременно строится парк. И уже в 1913 году этот ботанический сад стал крупнейшим садом в мире. А также отечественный центр, центр отечественной ботанической науки. А вот сейчас мы в этом ботаническом саду для того, чтобы послушать классическую музыку. Просто музыку. И это, конечно, я думаю, что будет очень необычное впечатление оказаться именно здесь, на лоне природы, окруженной среди деревьев и цветов. Я думаю, что музыка будет очень волшебной. Ну, потом я поделюсь своими впечатлениями обязательно с вами. А вот и Останкинская телебашня. Самое высокое здание во всем Санкт-Петербурге. Вот посмотрите, она как раз тут рядом находится, что ботанический сад расположен на Аптекарском острове Петроградской стороны. Очень-очень красиво. Угу.
Thank you.